сначала вот так, куда ты руки суёшь? Так от любой чумихи по зубам огребёшь. А ну-ка с правой ноги, держись прямее, давай. Ногами шевели и рот не разделай. Свободнее вот так и два шага вперёд. Очень люблю новый проект «ДоброДом». Ну, наверное, действительно, потому что волонтеры, добро, любовь – это что-то очень близкое, взаимосвязанное. И это действительно очень приятно иметь целый дом добра. Будьте яркими, будьте заметными, и пусть в вашей жизни будет много добровольческих и волонтерских инициатив. Удачи вам, и я вам всегда-всегда буду большой-большой поддержкой.